В минувшие выходные в микрорайоне Мостовая Ленинского района прошел День соседа. Организаторами праздника выступил ТОС «Мостовая Слобода». В этот день состоялось открытие спортивно-оздоровительного парка «Мостовая Слобода», на строительство которого из народного бюджета было выделено 3 миллиона рублей. День соседа, на самом деле, он всегда, соседи всегда ценились лучше, чем даже на родственниках. И вот, наконец, пришло время, когда это стало официальным праздником. Поэтому, особенно вот здесь, я знаю, что все практически друг друга знают, и все друг другу помогают. Это очень радует, что вы дружно, хорошо живете. Надеюсь, так будет продолжаться, несмотря ни на что. И далее, поэтому я хочу вас поздравить с этим праздником. Пожелать, чтобы сегодня все вы прекрасно отдохнули, повеселились. В праздничных мероприятиях приняли участие около 200 человек. Для посетителей были организованы спортивные игры, соревнования, а также концертно-развлекательная программа. Детей и взрослых бесплатно угощали сладкой ватой. Жители, принимавшие наиболее активное участие в спортивной деятельности ТОСа, были награждены памятными грамотами. По мнению организаторов, такие мероприятия помогают соседям сплотиться, узнать друг друга лучше. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин, Павел Макаров. Новости «Ульяновская правда».